Всем привет, Антон мое имя. Царь слесарных инструментов. Напильник. Мне предстоит много работы с этим инструментом, и я решил его немного усовершенствовать. Вперед. Нам понадобится аптечка медицинская, грязная, универсальная, автомобильная. Здесь у меня насыпом сверла хранятся. Не совсем правильно, но ничего. Сверло по плитке. Перо. Диаметр сверла составляет 6 мм. Время от времени добавляем немного масла машинного. Отверстие благополучно просверлено. 5 мм. Далее потребуется вот такая фиговина. Назову ее так. Куплена на барахолке. Когда-то это было, судя по всему, шило. Правда, непонятное шило, ибо металл очень мягкий. Нарежем резьбу. Обязательно шайбу Иван Павловича Гровера. Я думаю, вы догадались, что ручка необходима для упрощения работы с напильником. Гораздо удобней с этой ручкой, нежели просто держаться за край напильника. Подведем итоги. Модернизация работает, всем рекомендую. До новых встреч, но посран.